так и не выдержал. Даже Данецку, да, не выдержал. Вот. Только негатив. Лози. Только неправильно течение сюда. Просто судилище были. Я здесь страдаю уже с 2013 года. Много-много. Вот. Наглость и даже нет предела. Были. Это до сих пор продолжается. Там интересно. Практически снимают, но все равно продолжают. Вот что и стоило. Вот сегодня как раз, где-то сейчас полтора назад, я был здесь. Сидели сюда, которые у меня хотели вообще потом отнять деньги. Ну, отняли уже, кстати, заблокировали, сняли. Вот, отнимали деньги. А только когда я верну, тем более, что вот после решения сюда через чар, вот, горит, знаю. Ну, не знаю. Это тем более впереди, вот, а сзади тоже вот. Тоже надо чуть-чуть. А их не хватает пожарных бригад. Хорошо, хорошо. Вот, полиция не хочет, чтобы мы их сняли тоже здесь. Берите камеру. А что я камеру? Я за пределом снимаю все, снимаю я. Что там такого? Я же не лезу. Вот, вот я ограничиваю. Если возможно, стоять здесь. Задыхаемся. Надо угары дать. Ой, что лучше? Честно, уже все, там горит. Я знаю, что архив. Там здесь все, все бумаги горят там. Поэтому ну, я не думаю, что сам по себе этого горит. Я не знаю. Кому-то это надо было вместе. Ну, я, конечно, ошибаюсь, это мое место. Это было мое мнение. Мое мнение. Вот как-то так. Что тут не стоять невозможно. Люди уже отдыхают, отдыхающие здесь вообще. Невозможно пройти.